сегодняшнем уроке будем рисовать вот такой пряничный домик. В самом начале нужно определиться с шириной будущего домика. Сначала я не планировала добавлять пряничного человечка, так что не оставила справа достаточно места, а вы можете отступить побольше. Теперь намечаю, где будет находиться угол домика. Дальше нужно прорисовать заготовку в виде коробки. Правая сторона будет фасадом домика, а левая – его боковая часть. Отмечаю высоту стены и переношу ее размер на боковые стороны, немного ее уменьшив, чтобы домик находился в правильной перспективе. То же самое и с этой стороны. Высота стены немного меньше, чем в центре. У передней части домика нахожу середину. И провожу линию до той высоты, где будет заканчиваться крыша. Достраиваю треугольную крышу. А с боковой стороны провожу линию, которая, если сильно продлить ее влево, должна когда-нибудь пересечься с двумя другими линиями. Край крыши делаю параллельной линией. На фасаде дома добавляю необычную дверь. Можно украсить ее венком. А сверху будет круглое окошко. С боковой стороны будет еще квадратное окно. Вокруг окошек будет слой сахарной глазури. По краю крыши намечаю сосульки. Сверху домик будет еще украшен разноцветными конфетами. И такие же конфеты будут лежать внизу по краю. Справа из-за домика будет выглядывать пряничный человечек. Намечаю сначала его голову, а потом добавляю тело. Сзади домик будет еще украшен парочкой круглых леденцов. На крышу можно добавить черепицу из печенья. По углам домика будет также виднеться глазурь. Предварительный рисунок готов, обвожу его линером.
Для раскрашивания понадобится желтый, оранжевый, розовый, красный, зеленый, голубой, фиолетовый, два коричневых разной яркости, два серых и черный. Начинаю с того, что равномерно заливаю более светлым коричневым фасад домика, его крышу и пряничного человечка. Вторым коричневым заливаю боковую стену. А также добавляю объемы тени на светлых участках домика. Человечка утемняю со стороны домика и добавляю ему более темный поджаристый край. Сверху прохожу светло-коричневым, чтобы смягчить края переходов. Следующим шагом при помощи серых придаю объем сахарной глазури и всем украшениям. Дальше блендером можно убрать какие-то помарки и сделать более плавные переходы. Закрашиваю черным окошки. А дальше можно приступать к добавлению ярких цветов и проработке мелких деталей. Thank you.
форму печенья можно сделать поинтереснее, добавив на него какой-нибудь узор. Блендером немного высветляю блики на конфетах. Внизу под домиком прорисовываю падающую тень. Клинером добавляю на тесто немного текстуры. В конце белой ручкой прорисовываю решетки на окнах и добавляю блики и украшения. После высыхания белой ручки можно ее еще аккуратно подкрасить. Вот и готовый домик. Рисуйте свои работы по этому уроку и выкладывайте их в Instagram. И не забудьте добавить мой хэштег. Первые 10 ваших работ попадут в одно из следующих видео.